Отремонтированные дороги теперь проверяются не только временем и климатом, но и специалистами. В Подмосковье создан проектный офис, в состав которого вошли представители областного Минтранса, Общероссийского народного фронта и федерального учреждения Центра автомагистраль. Задача специалистов — контролировать реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках реализации этого проекта уже к концу 2019 года 65% региональных дорог будут соответствовать нормативным требованиям. В этом году в рамках нацпроекта отремонтируют 1500 километров подмосковных дорог, 8 участков на федеральные деньги. Сотрудники проектного офиса взяли пробу асфальта на одном из свежих сегментов в Сергиевом Посаде. Тот асфальт, который применяется здесь, ЩМА-20, он включен в реестр новых и наилучших технологий Минтранса. Этот асфальт обладает повышенными эксплуатационными характеристиками, у него срок службы в 2 раза больше, чем у обычного покрытия. Представители Общероссийского народного фронта утверждают, что за последние 3-4 года качество дорог в Московской области улучшилось. О самых проблемных участках люди сами рассказывают в соцсетях. Там совершенно без, скажем так сказать, без купюр люди с выражением определенным описывают ситуацию проблематики какой-то дороги. Вот, для нас это один из самых живых сигналов, между прочим. Соответственно, мы реагируем, также выезжаем и также смотрим ситуацию, что там на самом деле. Как правило, именно вот такие сигналы, живые от людей, они самые-самые объективные. По результатам взятой пробы асфальта подрядчик либо будет переделывать работу, либо в штатном режиме продолжит стелить дорожное полотно и на других участках трассы.